курс дела, что происходило и что в спецоперацию переносит. Это даже было не так, как вы говорите, это было еще веселее. Как? Это было в динамике. То есть он, находясь на совещании у Ермака, так, он мне звонил и говорил, надо перенести операцию. Что то есть прямо там сидят, да, рядом. Да. Рядом в этот момент с ним сидел Ермак и Зеленский. Я ему говорил, да, что у нас, ты понимаешь, мы не сможем купить билеты так быстро. Угу. И он это говорил в онлайне туда. Так. Я говорил, нет, надо переносить. Ну, то есть он дальше спорил, угу, и обратно возвращался к этому. А это было на громкой связи или нет? Нет. То есть вы не слышали, что Ермак как-то нет. говорил? Конечно, нет. Но я понимал, что он на совещании. И все-таки вы говорили, что нет, нельзя, но он послушал. Ну, я открою вам секрет. Я говорил слово «нельзя» только для того, чтобы для себя, как разработчик основной операции, понять, они хотят ее сорвать или не хотят ее реально продолжить. Они говорят, просто перенеси. Ну, я, зная Ермака уже давно, который снял меня, образно говоря, за Цемаха, я понимал, что будет противодействие. Я хотел понять уровень противодействия. Они хотят провалить операцию, mm-hmm, или они хотят ее реально сделать, ну, чуть-чуть попозже. И поэтому я сказал, если мы переносим, мы ее проваливаем. Для того, чтобы услышать его мнение. Он сказал, переноси. То-то для меня эти слова означали проваливай. То есть он шел на провал, осознанно шел. Я это специально сказал, но я понимал, что я ее не провалю. Слушайте, имел ли право Ермак вообще давать такие указания? И мог ли Бурба в той ситуации сказать, что я вас не слушаю,